Ты видел мир? Ну что, Сус, говори, что за хуйня? Голубь сдох, вот такая вот хуйня, блядь. Ну короче, идем на льдине покатаемся, сейчас под мост пойдем. Отдыхать сегодня, идем сосиски жарить, костер палить. А мы сегодня идем под мост жарить сосиски. Короче, уже настал холод, то что мы говорили, и начнутся активные вылазки. Блядь, там что, человек потонул, Вася? Что это такое? Блядь, человек утонул. А где тело? Ебать. Блядь, наикиня, бля. Не сейчас надо, намочишь. Не надо, ногу прям, Ваня, не нет, надо. Блядь, тихо. Блядь. Да вылазь, нога уже мокнет, дядь. Дядь, нога мокнет, вылазь. Ваня, выходи, бо у тебя нога в воде. Да бля, Сус, как его достать? Я хочу сюда его. Что ты хочешь, того манекена сильно? Слышь, нахуй надо тебе? Что здравствуйте, надо? Дорогие телезрители. Сегодня в гостях у нас Ваня. Он у нас уже был. Ваня наш друг. И мы сегодня с ним идем жарить сосиски. Короче, идем в мост гуляться. Полить кастрюль, греться и делать зимнюю вылазку, зимний контент. Но это как бы, это даже не, это не воздух и не подземка, это что-то между, потому что мы будем внутри находиться толще вот этого динозавра. Вон, мы туда идем. Видите вот этот бетонный прострел? Вон мы окажемся там. Что, ты как сам вообще? Очень-очень скучно жить мне в этом мире. Ну мы тебя повеселим зимой сегодня. Зимой особо, потому что зимой ты не можешь никуда выйти. На костылях. Сегодня тебя повеселим, нормально развлечемся. Я подурейте. Посмотрю, как хорошо. Это все будет происходить, как Сус будет бухать. И что он будет делать. За этим у Суса не постоит. Блядь, сука. Вот эту сможешь поднять? Эту? Да. Ебать. А ну давай. Блядь, это с бетона. Сус ровной спиной только все делай. А чем они наполнены? Я не знаю, что это такое, дядя. Здоровые? Песок? Нет. Да не, килограмм по 7. А ну, Ванёк, поднимешь? Ну, блядь, баланс, сука! Вообще, только спорт, только ЗОЖ! Только спорт, нахуй бухло! Да здравствует компот! Сусанин не пропагандирует бухло, Сусанин пропагандирует здоровый образ жизни. Не надо это все делать. Мы будем заниматься спортиком. А ну, на турничок, Сусанин. Ребята, мы за спорт! Занимайтесь спортом, занимайтесь классно, как я. Опа! Опа, да, я сейчас слабенький, но я еще натренируюсь. Ваня поможет в этом. Давай, давай, давай. Еще сделай. Опа, давай еще два. Опа! Все, норматив сделаешь, пехотинца? Я по чуть-чуть, Ваня мне в этом помогает. Как это? Спорт. Наконец-то вышел официальный мерч Супер Суса. Вы можете заказать футболки, стикера, сумки, поддержать Супер Суса, ну и порадовать себя охуенным качественным мерсом. Суперсус.шоп. Старались как для себя. За качество ручаемся, охуенное. Отошлем в любую точку планеты. Поэтому заходите, ссылочка внизу. И заказывайте, и радуйте. И поддерживайте пубертатное движение. Сумки, футболки и стикера. А ты заказал фирменный мерч Супер Суса? А? Все сделано для вас. Заходите и заказывайте. Суперсус.шоп. Ссылка в описании. Все, мы попали под мост. Это, короче, внутренности уже этой коммуникации здоровой. А да. Он пацаки залазит. Дима, я еще не попал, подожди. Аккуратно. Суси. Супергерой идет. Начало конца. Суши! Как вы думаете, а куда мы попали? Мы попали в лайтовую вечеринку ламповую. Тут и метро, и машины хуярят, и полная программа вообще действует, типа транспортной системы. Городских. Кто там тебя педалит под землей? Как оно дозвонилось сюда? Да, я. Платочек дать тебе. А есть, кстати, дай? Да, сейчас. Ну что, нормально, молодец. Над нами автомобили ездят, кабельная магистраль и куча других магистралей. Ой, осторожно, там очень надо. Ой, там сигнализация висит, да, там датчики висят. Сейчас висит. И сейчас висят, конечно. Здесь и там, на двух выходах, на двух краях моста объемники висят. Там камера что-то есть по дороге, сейчас увидим. Все, вот мы попали в коммуникацию.
Здесь черт ногу сломит, тут столько переходов разных, что можно ёбнуться. Чтоб мост не ездил нихуя, чтобы когда зимой мост смерзается, чтобы он мог двигаться. Но если, блядь, нахуй руку вставить, оно сейчас может покатиться, когда метро над нами сейчас проезжает, метро, автомобили. Опа! Ну я, блядь, ебал нахуй. Не, это очень опасная вещь. Смотри, какие шипы, иди сюда. Смотри, какие, блядь, тупо шестерни, как у меня протектор на ботинках. Какие, блядь, такие шестерни, ебать. Идем, короче, сперва сюда. Сюда идем? Да. Ну давай, что, залазим? Да. Ванёк, нормально тебе в таких условиях, комфортно? Я в душе не ебу, просто беру и делаю. Будет результат. Ну, на ручной. Давай ручной. Ух-та. Слушай, нам сейчас дальше вот туда идти. Куда? Вот сюда прямо? Да. Ну, метров 200 сейчас вот так идти. Вот прямо вот так? Да. Ого. Ну, блядь, черт ногу с вами, такие коммуникации, что пиздец. Смотри, блядь, что делается. А ну, покажи как. Годами были. А ну, подуй еще. Мать ее. Опа. О, я уже устал, уже хочу в комфортное место пойти посидеть, я уже старею, уже мне посидеть. Пошли, посмотрим дальше. Короче, не башим, пошли, хуярим. Это над нами метро едет. Метро вагоны. Ничего не могу сказать, блядь, я запыхался пылью и вот этим вот переходом. Да нет, пыль это нормальная штука. Сейчас перекурю 2 минутки, потому что я запыхался нахуй. Сейчас пойдем дальше. Так ты говоришь, что стал здоровый образ жизни исповедовать. Ну компот пью теперь. А что теперь уже? Пьянство бой. Пьянство бой. Только ЗОЖ. Да, уже здоровье подводит, все, пьянство бой. Делаем спорт. А, мы же хотели ринг еще как-то сделать, чтобы по боксу сняться. Да. Я кого-то типа, чтобы мне ебучку намял. Ты же во Вьетнаме кулачным боем занимался? Кулачным боем, да. Наваливал там буков. О, и мне здесь намнут. А я потом буду знать, как правильно мять, и уже буду здоровее. И хейтеров буду мять. Как-то поймаю одного и намну. Научусь и намну, нахуй. На, нахуй. Научусь. Оп. Мы тут. О, ну покажись. Мы нашли ванты. Кого? Мы нашли ванты. Тут просто внутри очень много разных тоннелей. Мы сейчас переходим в соседний. Сверху машины, метро, короче, такое нагромождение огромное. И получается, с одного в другой только здесь, да, можно? Она, опа. Заебашится. Бля, я пролезу там? Попробуем сейчас. Давай вниз. Смотри, это мы попали в соседний тоннель, он вообще другой. В смысле соседний? Ну соседний, нет, видишь, нет, перешли нет. Сквозь стену. Да. Этот тоннель, он отличается, он другой. Железный полностью. Все равно, переходить всякую хуйню. Не, сейчас мы еще дальше пройдем. И пикал. Маленький пикал. Километр. Ай, блядь, ай. Ты был здесь? Нет. Блядь, класс, не видел я эту хуйню. Это натяжка тросов, да? Класс. Это ванты, короче, которые держат мост, вот они натянуты, и вот тут снизу они зафиксированы, вот здесь они натягивались. Вот это железный узел, считай, который их держит, понял? Вот эти колечки, видишь колечки, это натяжка. Смотри, Вася, вот болт, вот его закручивали, и ванта натягивалась. Плачет ванта, видишь? Прикинь. Вот такая вот хуйня, красивая, как трансформер детский. Вот эта катушка, и вот эти тросы уходят вверх, в мост. Заматывает эту всю хуйню. Что за хуйня? Что? Ты застряла, маленькая? Блин, застряла, у нас курьез, дядя. Валюш, что такое? Застряла. У нас форс-мажор, дядя. Манюш. Блин, застряла. Что такое, Манюська? Ну я не могу, правый бок. Да. Помогайте ей. Как помочь? Валюш, как помочь? Что не проходит? Правый бок. Кости? А? Кости? А можно просто ножки подержать? Вер, подними ножки, держи. Держи опору снизу, дай.
Сусанин пришел, порядок навел. Саш, надо было сразу столько вдувать сюда. Я сразу объясню, как надо делать, ты понимаешь? Ну, тут полчаса там. Кесарево делать надо. Ой, Полюшка, нормально? Кесарю кесарево, а Полине Полины, да. Бля, Сус, пузо, блядь, поджимай. Что, нормально? Да. Я здесь со свистом проскакиваю. Я раздевался до футболки, чтобы тут пролезть. Да. Я паникую. Подожди, не ори, что ты говоришь, Вань? Мне страшно, у меня клаустрофобия, я боюсь пролазить в такие дырки. Для меня они несоизмеримые, типа по отношению к моему телу. Я считаю себя дрыщом, но мне сложно пролезть. Ну что, дедюль? Я не знаю, пролезу или нет. Если что, сейчас назад пойду. Да. Не, ну мы можем отломать ее попробовать. А чем ты ее отломаешь? Руками не отломаешь? Да не, ну тут варена пизда как. А ногой, вот, если уебать. Вот. Слышишь, а ногой, если уебать? Ну, на уголках тут держится. Не, без инструмента мы не вымем ее. Ну, тут все писали. Как-то еблом сюда лез или туда? Да. Бучка вперед. Подсолнушек. О! Не! Не. Да правильно, все хорошо было. Да я ж пузат. Все хорошо было. Плечи, я ж раскачался за последний год. Так, Лен, ну пробуй. Арсиком. Арсиком накачался. Десантный. Ну, обе руки вперед. Давай. О! Ну, дядя, давай! Дядя! Что ты, блядь, не залажу, не, я толстый сильно, ты что? На попятную, пробуй. Выдохни, попробуй лицом вверх, чтобы плечи, вот сюда лицом, на уголок. У тебя ой, бок не проходит. Сложится, попробуй еще раз. Давай. Я тоже прошел впритык, совсем впритык, в притирку. Не, я так не выгнусь, ты что? Блядь. Дядь, ты очень быстро сразу назад подаешься. Не, в этот угол, Вася. Слышишь, я его сейчас... Отогну и не спеши. Не проходит. Стой, да, стой. Попробуй дальше, проходишь ты все. Дядя, так я на проходе. Блядь, больно, дядя. Давай лезь, блядь, что больно нам. Да не, дядя. Да ты давай б... лезь, ты почти прошел. Я не пролезу нахуй, дядя. Рывочками, маленькими рывочками. Мне срака сейчас застрянет. Не застрянет, давай лезь, ну, давай пролезь. Ааа, блядь, сука, тихо, нахуй, ебать, ах, я, сука, распузела, курва. Давай, ай, блядь, дура, блядь, ай, давай, нахуй, давай, ай, нахуй, ай, сука, блядь. О, блядь, о, минуты пролезу. Нахожу, ах, ебать, ой, блядь. Что такое, дядя? Ой, нормально, дядя? Блядь, а ну, сука. Можешь, когда хочешь. Ой, блядь. Все вещи забрал оттуда. А, сейчас назад еще поеду. Да? Арматура холодная, пиздец. Да, офигенно. Ух. Ты тебе по лесу дала? Нормально. Аккуратно, Дима. Так что, над нами, прямо над нами поезда метро проходят. А, кстати, да, вон и шпуя. Зеленая линия метро прямо над нами. Ваня, догоняй! Я не знаю, раньше двери были или нет. А ну, Ванек, пусти меня. Ого, какие тут сосули. Блядь, а как... Так а шо, как эта решетка ебучая обходится? Слышишь? Человек, как ты говоришь, песок, блядь. Опять ебучая узкая дырка через одну пролезла, сейчас еще одну преодолеть, и наконец-то приходим к нашей провизии. Блядь, это всем так лезть надо? Ну да, что делать? Я ж человек тоже ничего, не пальцем деланный. Ай, блядь! Что там? Лед трескается. Пиздец, блядь, так ебашить. Хуяшить. Ну все. Объемников здесь нет? Нема, ни датчиков, ничего, все украли. Ладно, идемте в толщу. А где ребята? Пошли за провизией. Ого, так тут такой тоннель прямо как под землей. Что-то и не подземное, и не наземное. Что-то между космическое, вот такое вот необычное. Ой, это гелевый хороший, вы чуть-чуть постоите. Все, сюда, закрыть. Он как шампунь жидкий. Тут, короче, пропасть, если что, снизу.
И что самое идеальное, что именно идеально подходит. Идеально человек подходит. Да. Ого. Дядя, ты что, такую хуйню провалился на раз-два? Дима. Жуть. Ну что мы имеем? Пришли на точку, начинаем ревактировать. Зажгли костерчик небольшой. Бутерброд камустером. Я тоже хочу запускать. Опа. А ну, Сузу, очнись. Хорошо снял. Гамена, гамена, гамена. Давай, давай. Что происходит, капитан, объясни. Он взял пиво, разлил. Да мы ж по ЗОЖ, нахуй нам то пиво. Да почему здесь по ЗОЖ, ну нельзя, что надо людям было отнести. Каким? Которые пьют. Например? Ну на выдобычах там бомжи лежат, у которых сердца стоят. Так может их... Я хотел им отдать. Так может их на праведный путь наоборот поставить? Ну если сердце становится у человека, так что здесь делать? Я не понимаю этого. Ладно, полетели, короче. Сила, фон, могила, мир всем своим, кого еще не совсем покрутило. Что это было? Что это было? Это была птичка. Кто? Птичка. 186, пацаки, хуёво, закалимую трубу сесть. И таких на пальцах не пересчитать, часто на подвиге толкает жизнь. Метро подходим. Ну веди. Пошли, дядя, не шуми только, понял? Да-да. Не шуми только, давай, я тебе говорю. Я тебе говорю, не шуми. Блядь, ты не шуми. Да я не шумлю, я нормально. Тихо, не шуми. Подходим в метро, дядя. Мы сейчас в метро выйдем, прикинь. Пойдем за мной. Все, проникаем. Нормально на что мне здесь щели? Я ты знаешь, такие щели смотрел, что мне его. Прямо на тобой, Дима. Поехали. White Jays, white Porsche, white wrist, white horse. Не подошли снизу, так подойдем кверху. Не подошли снизу, так подойдем кверху. Не подошли снизу, так подойдем кверху. Я немного простыл. А что ты маленький, навалил немножко? Нет. Устал чуть, просто? Чуть простыл. Не, я трезвый сейчас совершенно. Я за ЗОЖ соплю. А? Я компот сегодня пил, я алкоголь сегодня не брал. Простыл в Харькове. Ага. О, нормально. Да ёб твою мать. Так а что ты лечишься? Да не, нормально. Лечишься, Паш? Не, нормально. Чего? Ну, нахуя. Ха-ха, блядь. Не всегда же мы, как говорится, сухими из воды. Ну и всегда, как бы, мы можем уйти просто уйти. Пойдемте домой. Короче, надо валить, дядя. Вау, следующий зашел. Да, ты шо, красавчик. Ой, какая ой. Глянь, как она. Покажи. Как она, сука, курски рвет, блядь. Видал, как смотрует? А прикинь, как она ебло рвет. Покажи. Нихуя себе, так рвет? А прикинь, как она ебло дерет. Ну ебло я не буду подставлять. Но куртку дерет на раз-два, и как скотина бешеный кот. По хуям, бля, пошли. Ага. Ребята, классно погуляли, охуенно прогулялись. Кастрик, сосисочки, все для вас. Да на пути его туда, на пути. Да тихо, Вася.
Все, пошли в поезд. Все, погнали. Давай в этот. Кто, кто? Что такое? Ну что, монгол? А монгол нормально, монголовицкий тоже шарит. Монгольские захваты не каждый знает. Когда монгол умеет захватить. Ох, я хватанул, так я... Я знаю. Да нет, у нас нормально все. Аккуратно, не мешай. Ну сейчас холодно будет. Ему все равно вообще. Аккуратно. Выходит. Страшная фея. Ну я в голову сейчас. Да мы кино снимаем нормально. Давай, вставай. Мы кино снимаем. Уже вызвало. Пидораса. Пидораса вызвало. Сейчас будем разбираться. Сейчас будем, блядь, двигаться вперед. Ого, газует. Провели день.